В минувшие дни в Каспийске у здания Русгидро был обновлен рисунок, выполненный в рамках проекта «Самый большой ковер», реализованный в 2014 году художниками города под руководством директора первой галереи Джамили Тагировой. Ковер, к сожалению, изнашивается, и за это время его уже трижды обновляли. И последние два обновления материала нам покупал Шамиль Багамаев, каспийчанин. Большое ему за это спасибо. Художники каждый раз работают бесплатно, совершенно добровольно. В этот раз нас было 12 человек. Нам еще помогали каспийчане, туристы. Они тоже немного приобщились к созданию нового ковра. Ковер был обновлен полностью, а также была изменена цветовая палитра рисунка, но дизайн остался прежним. Отметим, что реставрация проходила в течение дня и с помощью каспийчан была завершена к вечеру. Мы за один день справились. Мы каждый раз это делали за один день. Но в первый раз было, конечно, намного сложнее, потому что нужно было сделать разметку, расчертить, нарисовать орнамент. Этот орнамент делался не по нашему воображению, это был ковер оригинальный, который хранится в музее. Мы упростили, конечно, его орнамент, но, в принципе, повторили основные принципы. Медальоны, фон, кайма повторены из настоящего ковра. На сегодняшний день сотрудники Центра традиционной культуры народов России также планируют реализовать проект «Связь поколений». В ходе программы участники будут расписывать шкафы с телефонным оборудованием в муниципалитете.